Вижу два. Да? Две, да, два стоят. Сейчас вернулись на старое место. Мы вот здесь вот расставили жерлицы. У нас 6 штук сработок. Сейчас будем их проверять. А потом переехали вон туда. Вон туда мы переехали. Там пока ноль. Там голяк. Ветер сильный сегодня. Вообще жесть. А вот здесь расставили жерлицы. Сейчас здесь 6 штук сработало. Да, все, идем проверять. А, о, еще одна сработка, наверное, да? Может быть, отпал. Ну, слетел флажок. Ух, не знаю. Нифига там нет. Есть что-то, да? Нет? Нету. Ладно. Нету. Пошли дальше проверять. Нету ничего. О, сожрали. Даже живца не осталось. Давай сейчас попроверим сначала, потом живца переноцепим. Давай. Что-то есть. Что-то есть. Есть? Да. И сюда, моя дорогая редакция. Есть. И тут есть. Смотрю, мотает катушка, капец. Небольшая. Ура. Смотри, что творит катушка. Да-да-да, сейчас. Сейчас подойду. И здесь есть. Катушка не зря слетела. Да. Нет, я думал. А что-то оно-то прям сопротивлялось. Знаешь почему? Да. Вторую жерлицу задели. Зацепили что ли? Да. Вот ту жерлицу где-то отматывала. Зацепили ее. Ох, нифига она заглотнула. О, пустая. Из 6 две, да? Две штуки поймали, небольших. Сейчас будем жарить. Взяли с собой сковородку, взяли с собой масло. В этот раз будем жарить щуку. Делаем вот таким образом. Те, что сработки были, цепляли непосредственно за плавник. И щука ушла или сдирала этого малька. Были жерлицы без мальков. А те, что мы выловили, стояли вот так вот тройники. Сейчас покажем. Чтоб тройник был во рту. Так щуке удобнее захватывать свою жертву. Вот таким образом. И вот те сработки, они показали себя. Вот в таком положении стояли также тройники. Пойманную щуку мы порезали, в муке вот немножко поваляли. Сейчас будем жарить щуку эту. Сковородка уже на плите. Собирались сейчас домой, обратно зашли на наше старое место, начали собирать жерлицы, и вот поймали две щучки только. Одна здесь, одна там еще в другом месте. Все запутало, да? Да, все там. Короче, все запутано. Сегодня у нас ролик, конечно, получился не такой длинный, как обычно я делаю. Ловили мы сегодня чисто на жерлицы. Но рыбалка сегодня была просто шикарная. Две щуки поймали, их
пошинковали, пожарили, было очень вкусно. Вышло всего 5 щучек. Сегодня нам помогала в этом Марина. Сегодня она с нами первый раз на рыбалку выехала. На обратном пути, когда шли, сработали у нас 3 жерлицы. И у нас была такая проблема, запутались жерлицы. От одной жерлицы к другой перетянула щука, и там, в общем, все запутало. Ну что, друзья, до следующей рыбалки. Ждите следующих наших роликов. Всем пока.